Шалом, это Эйтан Шишков и Саша Кавнатор. Шалом, это Эйтан Шишков и Саша Кавнатор. ואנחנו שמחים לדבר איתכם היום בהמשך הסדרה שלנו. И мы рады продолжить говорить в продолжении нашей темы. הרגשנו לדבר על הנושא הזה. Мы почувствовали, что стоит поговорить на эту тему. העבר, прошлое. או שאול לנפש או שער לייעוד. Или это ад для души, или ворота в будущее. וכבר דיברנו על שתי מפתחות. Мы уже сказали о двух ключах. אחד זה לדעת שאלוהים ברא אותנו כמו שאנחנו. Во-первых, знать, что Бог сделал нас такими, какие мы есть. שיש לנו ייעוד כפי הבחירה שלו. И у нас есть предназначение по его выбору. והשני זאת הודיה. И второе это благодарение. להודות לאלוהים זה פותח את הדלתות. Благодарность, благодарение Богу открывает ворота. וגם ההפך, להתלונן זה סוגר את הדלתות. И наоборот, жалобы и ропот закрывают ворота. דיברנו על הצורך וההזדמנות לפתוח באלוהים. Мы говорили о нужности и возможности уповать на Бога. היום אנחנו נראה איך שאנשים בתנך עשו את זה שוב ושוב. И мы сегодня посмотрим, как люди в писаниях делали это снова и снова. אפילו או במיוחד שהיו נסיבות נגדם. Даже или несмотря на то, что были обстоятельства против них. ואז אנחנו קוראים בברית החדשה. Итак, мы читаем в Новом Завете. בכל דבר אני מודה לאלוהים כי זה הרצון שלו בשבילי. При всяких обстоятельствах я благодарю Бога, потому что это Его желание в отношении меня. זה לא אומר שאני כל כך שמח או מתרגש על כל דבר. Это не значит, что я очень радостен или так впечатлен всеми вещами. לצערנו הרב, יש רצח, יש נעוף, יש אונס. К большому сожалению, есть убийство, прелюбодеяние, насилие. הרבה דברים עצובים בעולם. Масса печальных вещей в этом мире. אבל אני מודה לאלוהים על חיי. Но я благодарен Богу за свою жизнь. אני מודה לאלוהים בתוך הנסיבות הקשות בחיי. Я благодарен Богу внутри плохих обстоятельств. הנה עוד דוגמה בתהילים. И вот уместный пример в псалмах. בעצם דוד היה במצב מאוד גרוע. Что Давид был в очень тяжелых обстоятельствах. הוא עמד לפני מלך שהוא לא היה מלך ישראלי. Он стоит перед царем и перед неизраильским царем. ובתוך הסכנה הוא היה חייב להעמיד בפנים שהוא היה משוגע. Из-за опасности жизни он должен был притвориться, что он сумасшедший. בדיוק אז הוא אמר. И вот в этой ситуации он говорит. אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. Ежечасно я Господа благословляю, хвала Ему всегда на устах моих. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. 33-й псалом, 2-3 стих. Прославляет душа моя Господа, бедняки меня услышат и обрадуются. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. Славьте Господа вместе со мной, будем вместе воспевать Его имя. זה לא קל. Это нелегко. אבל כל אחד מאיתנו, אם אנחנו מתהלכים אחרי אלוהי ישראל בישוע, אנחנו לומדים. Итак, каждый из нас, который ходит вместе с Ишуа, в этом хождении мы учимся. ללמוד איך לברך את אלוהים בכל עת. Учиться, как благословлять Бога каждое время. זה תהליך. Это процесс. שאני לומד דרך ניסיונות שלי. В котором я обучаюсь на своей шкуре. כמובן, לפעמים אני נופל, אני נכשל. Ясное дело, иногда у меня не получается, не удается. אבל כתוב שעוד פעם אלוהים מרים אותי. Но написано, что Бог снова поднимает меня. אם אני רוצה ללכת אחריו. Если я хочу идти за ним. אני מבקש סליחה. Я прошу прощения. ואני מחכה לעוד הזדמנות. И я ожидаю еще одной возможности. כי בטח תהיה עוד נסיבה לא כל כך חיובית.
Потому что ясное дело, еще будут плохие обстоятельства. Поэтому мне очень нравятся слова посланника Иешуа. Посланника Шауля. Перек далет, Филиппим, Эла Филиппим арба. Послание филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. Это филу кадай лихтов ласим эт зе ала мекарер. Ну и, конечно, эти стихи стоит записать и приклеить к холодильнику. Ал тидагу лешум давар, ки им бахол давар ицигу мишелотехем лэлохим бетфила у бетаануним таханунин беходая. Филиппийцам 4:6. Ни о чем не беспокойтесь. Но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. Ушалом Элоим ханисгав микол сехел йинцор эт левавхем ваэт махшавотехем бамашиах Иешуа. И тогда мир Божий, который превыше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Мессией Иешуа. Клумар, есть ли опция? То есть у меня есть возможность. Шани митацбен. Когда я злюсь. Шани мефахед. Когда я боюсь. Шани ани коэс ал дварим шани ло яхол лешанот отам. Когда я рассердился на вещи, которые я не могу изменить. Зе алай лехави эта бакашот шели лифней Элохим бе ходая. Я должен принести свои нужды перед Богом с благодарностью. Акшав анахну баим лемафтеах ашлиши. И теперь мы приходим к третьему ключу. Лишкоах ма шиеш меахорейну. Забыть то, что сзади нас. Локал. Это нелегко. Кол эхад мейтану Элохим натан зикарон. Каждому из нас Бог дал память. Он не хочет, что мы, хас вехалила, никах эзимин кадур, о самим, что они эшках акол. Он не имеет в виду, чтобы мы взяли, не дай Бог, какую-то таблетку или... Авал эхшу, чтобы все забыть. Они хол левател эта ашпаа шел хеавар алай буфен шлили. Но каким-то образом я могу отменить отрицательное влияние прошлого. Арбе микем шемахшивим алену айом хавитем севел каше. Многие из вас, которые смотрят сейчас сегодня, прошли очень большое страдание как раз сегодня. Авартем хаим кведим. Вы проходите тяжелую жизнь. Афилу дикуи в макот. И даже удары и отчаяние. И это не всегда ваша ответственность. Лифамим анахну моцим эт ацмену митахат шита о мемшела ло това. Иногда мы оказываемся в ситуации или под отрицательным плохим правительством, начальством. Есть арбе бахаим шеэн ли шлита ала увдот эле. Есть много вещей в жизни, на которые я не могу проконтролировать. Аз ани хаяв лахлит. И я должен решить. Ани хаяв лифхор. Я должен выбрать. Эх ани ба лемудаут алках. Как я прихожу к знанию об этом? Что мне делать с моим прошлым? Лифамим ктоцаа меахет шели. Иногда, которое иногда произошло в результате моих грехов. Литим ковот шел ахет шел мишу ахер. Очень часто в результате чьих-то других чужих грехов. Льет асир. Так что быть заключенным? Льет бебет келей. Мипне шело аити яхол лешанот эте авар. Быть в тюрьме из-за того, что я не могу изменить прошлое? אני למדתי לקח גדול שהייתי מעורב בחקלאות. Я сделал одну интересный урок, когда я занимался сельским хозяйством. בימים האלה אנחנו גם השתמשנו בטרקטורים וגם סוסים כדי להחריש. В те дни мы пользовались тракторами и лошадьми для того, чтобы пахать. ואני זוכר איך זה היה. Я помню, как это происходило. ואפילו שעברתי עם סוסים, עם הידיים על המחרשה. Я помню, что я пахал с помощью лошадей и руки на
плуге. Ве-истакалти кадима. И смотрел на борозду. Кадей ласот шурот ешарот. Чтобы сделать ее прямой. Ше-истакалти кадима. Когда я смотрел прямо. Ицлахти. Получалось. Ше-истакалти ахора. Когда начинал смотреть назад. Маше айти амур льот ласот зая акум. И то, что я должен был делать, оно шло по синусоиде. Забирюк маши Иешуа ама. И это то, что сказал Иешуа. Барега шата тасим это ядаем ала махреша. Когда ты кладешь руки на рукоятки, алтиста кела хора. Плуга, не смотри назад. Потому что ты не сможешь пахать так, как нужно. Когда смотришь назад. Рак шата мистакел кадима. Но только смотри вперед. Везабирюк маши Шауль амар. Это то, что сказал Шауль. Беперек гимел шел гам эл хафилиппим. В четвертой главе послания филиппийцам. Ванахну роцим ликро эт зе лехем. И мы хотим это вам прочитать. Эл хафилиппим шалош веме пасук 12. Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Ло шеквар хисагани о шеквар игати лешлемут, авал рац ани бетиква лехасиг, ки мишум ках гам хисагани хамашиах Иешуа. Слиха. Это не значит, что я уже этой цели достиг. Достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Мессия Иешуа мной завладел. Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу, забывая о том, что останется позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели, за призом. Ахай, адайн энени хошев эт ацми лми шехисиг, авал двар эхад, ани шохеах эт ашер меахарай, ונחלץ קדימה אל מה שלפניי. פיליפיצם, 3 глава, 12-13 стихи. אני רוצה לקרוא את זה עוד פעם. Я хочу прочитать это снова. אחי, עדיין אינני חושב את עצמי למי שהשיג, אבל דבר אחד, אני שוכח את אשר מאחריי, ונחלץ קדימה אל מה שלפניי. Я хочу прочитать это снова. Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу. Забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели, за призом. Ани рац эл хаматара, кедей лахасиг эт хапрас, ше бекриа шел маала, криато шел Элохим бамашиах Иешуа. А приз — это новая жизнь, который призвал нас Бог через Мессию Иешуа. Им они махзик это хеавар. Если я держу прошлое, Маша Савалти, то, что я страдал, Эхша Нифгати, как меня ранили, Эхша Анашим Дахуоти, как люди отвергли меня, Маша Нихшалтибо, в чем я потерпел неудачу, Коминей Трагедиот, всякие трагедии, Аз Ани Экашел Лекабел Эт Маши Ешле Элоим Бишвили. Таким образом, я затрудняюсь принять то, что у Бога есть для меня. Им Ани Мистакел Ахора. Если я смотрю назад, Ани Митаркез Аль Маша Кара. Я концентрируюсь на том, что произошло. И я не могу продвигаться к своему предназначению. Так что делать с этими весом из прошлого? И у нас есть ответ. В послании к евреям. Перек Юдбет. 12 глава. Батхалат Хаперек. В начале главы. Лахен. גם אנחנו אשר ענן עדין כזה עופף אותנו, נסירנה כל מעשה וגם את החטא הלוקד על נקלה, ובסבלנות נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו. И раз вокруг нас такое множество свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха, и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко, не сводя глаз с зачинателя и совершителя веры Иешуа. Бахабитейну эль Иешуа, миконен хаэмуна умашлима, ашер баад асимха аруха лифанав, савал этот слав, улаваз лехерпа, вяшав лиямин кисе хаэлуим. Ради той радости, которая ему предстояла, он, пренебрегший позором, претерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего.
Он говорит нам выбросить то, что нам мешает. Прошлое. Я не могу изменить. Но я могу отстраниться от своих мыслей, от своих знаний. לפעמים אני כותב משהו ביומן שלי. Иногда я записываю что-то в своем дневнике. אפילו משהו שמפריע לי. Даже то, что мне мешает. אז אני סוגר את היומן. И так я закрываю дневник. ואני לא ממשיך לחשוב על זה. Я прекращаю об этом думать. אתם יכולים להגיד, איתן, זה סוג של תרפיה. А ты можешь сказать, איתן, это вид такой терапии. בסדר. Ну, хорошо. אז אני רוצה... Я хочу не концентрироваться на прошлом. Мне нужно иногда записать это, чтобы извлечь это, вытащить из своей души. Мне также нужно смотреть на Иешуа. И да, помнить о его страданиях. Потому что его страдания по сравнению с моим, было гораздо тяжелым. Он взял на себя даже те вещи из моего прошлого. Раны, удары, проигрыши. Все, что мне, для меня не было хорошим. И он призывает меня к себе. Говорит, идем, Итан. Есть еще много, что можно сделать для тебя. יש לנו אמון אמון דוגמאות בכתבי הקודש. У нас есть большая масса примеров священных писаний. Иосиф סבל מדחייה על ידי המשפחה שלו. Иосиф страдал от отверженности со стороны своих семьи. הוא נזרק בבור. Его бросили в яму. הוא היה בעבדות. Он был в рабстве. הוא היה בבית כלא. Он был в тюрьме. אנשים שכחו אותו. Люди забыли его. אבל בסוף. Но в конце. מפני שהוא סירב להיות אסיר לעבר. Из-за того, что он отказался быть узником прошлого. הוא קם למקום הכי גדול בכל האימפריה של מצרים. Он встал на самое высокое место в египетской империи. אפשר להיות במרירות. Можно быть в горечи. הייתה ליוסף בחירה. У Иосифа был выбор. הוא יכול להגיד, он мог сказать, בשום פנים, באופן, אני לא מוכן לסבול על הטיפשות של האחים שלי. Ни в коем образом я не намерен страдать из-за глупости моих братьев. הייתי צודק. Я был прав. אז אני ברגע שיש לי הזדמנות, поэтому в ту же секунду, как только предоставится возможность, אני אטפל בהם. Я о них позабочусь. אבל דווקא, но именно שהייתה לו הזדמנות, из-за того, что у него была возможность, הוא ריחם עליהם. Он смилостивился над ними. אני חושב שיש בזה כיוון מהמשיח. Мне кажется, что есть в этом что-то от Мессии. תודה ונמשיך פעם הבאה. Спасибо и продолжим в следующий раз. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году в январе мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам в вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект – мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Donate», «Пожертвовать», и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media.